полиции. И жизни подателю приди сели со мны, и очищены от всякие скверны, и спаси Боже души наша. Господи, благослови наше занятие. Не позволь нам, не дай нам уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания божественных слов Твоих. Прибудь с нами в этот благодатный вечер. Храни нас в любви, согласии, единомыслии, благоразумии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга Откровений. 3 глава, 5 стих. «Побеждающий облечется в белой одежде, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и перед ангелами его». Толкование. Тройное обетование дается побеждающему, воспрянувшему от сардийского сна и сонливости, бодрствующему, имеющему живую, а не мертвую веру, укрепляющему слабых в вере. Во-первых, облечется в белые одежды, смотри, стих 4. Во-вторых, не изглажу имени его из книги жизни. На протяжении всего Писания пред нами предстает некая таинственная книга жизни. О ней мы читаем. Книги Исход, 32 главе, 32 стих, Псалтири 62:29, книги Исаии 4:3, книги Даниила 12:1, в Евангелии от Луки 10:20, послание Филиппийцам 4:3, книги Откровений 3:5 и 13:8, в 20 главе, в 12 стихе 15, в 21 главе, в 27 стихе. Книга эта на небесах. Она книга Бога и Христа Агнца. В нее Бог вписывает и меня, живых, имеющих наследовать спасение, жительство в небесном Иерусалиме. Не вписанные в эту книгу будут брошены в гиену огненную. По ней будет совершаться страшный суд. И на земле при Антихристе только вписанные в эту книгу жизни не поклонятся ему и не примут его печати. Уже сейчас бывает великая радость и упование у вписанных в эту книгу. Но даже уже вписанное в эту книгу имя может изгладиться, если человек оставляет Господа и предается греху. Записанным в эту книгу сам Христос велит радоваться. Имеем мы и два непостижимых примера самоотверженности, когда Моисей и апостол Павел готовы были ради своего народа и сами быть изглажены из этой книги. Но на это нет воли Божьей. Только один, сам Господь Иисус Христос, был оставлен Богом на кресте ради других, ради нас, грешных людей. Человек же повторить этот подвиг не может. И вот, были в Сардисе две группы людей. Одни на земле носили имя, будто живые, а на самом деле имена их изглажены из книги жизни, и были они мертвые. Этих большинство. Но было там в Сардисе и несколько человек, которые не будто живы, а на самом деле живы, и имена их сам Христос обещал не изгладить из своей книги. Когда вписывается имя человека в книгу жизни,
крещении, когда истребляется Христом бывшее против нас рукописание, и что воскресаем с Ним, становимся живы, были мертвы и оживаем. Об этом говорится в послании к Колоссянам, 2 главе, 12-15 стихи, и Евангелие от Луки, 15 главе, 32 стихи. Поэтому в крещении нарекается человеку новое имя, священное. И третье обетование. Исповедую имя Его пред Отцом Моим, пред ангелами Его. Предстает клеветник, братья наши, клеветавшие на них пред Богом нашим день и ночь. Читаю книгу Откровений 12.10. Но вот предстает Агнец Божий Христос. Он пронзенной рукой указывает, что рукописание то в руках клеветника, что рукописание то в руках клеветника разодранное. Эти люди в крещении и жизни сораспялись Христу, и гвозди, разодравшие пречистые руки Спасителя, разодрали бывшие против них рукописание. Эти люди свидетельствовали перед людьми о Христе, и вот Он свидетельствует о них пред Отцом Своим и ангелами. Евангелие от Матфея 10.32. Нет, не осудит их Бог, не ввергнут их ангелы в огонь неугасимый. Они пред земными исповедовали небесное, а теперь пред небесными будут исповеданы земные. Попробуй. Микрофон. Принять. Сергей, хочешь, чтобы вы приняли? Нет, стоп. Стой. Самостоятельно микрофончик отключили. Ну, куда что нажать, я не знаю. Вот, внизу. Где? Внизу. Нажимайте. Ну, и что-то близко включится. Вопросы по этим стихам у кого есть? Можно? Можно. Вопрос по поводу того, какая вот где эта грань, когда человек уверен как бы в спасении своем, как бы что его имя записано в книге жизни. И вот этот страх, когда мы спасены в надежде, то есть, ну, как бы не может человек как бы быть уверенным в том, что он достоин этого, как бы в таком плане. Вопрос понятен. Игнатий Тихонович, желаете ответить? Где эта грань между уверенностью в спасении и вот этой вот самонадеянностью и страхом Божьим? Такое, где вот этот грань, чтобы не уклониться влево и не уклониться вправо. Ну, золотая середина. Вот эту грань-то и спрашиваем все время. Дело совести, это первое. Грешник, но надеясь на Господа. А уверенности до конца никогда не будет. Ибо многие потерпели кораблекрушение в вере. Не без веры, в вере. Они верили, спасены, как он, баптисты, другие еретики. А оказалось, что уже корабля нету, они уже на дне лежат. Ну и повторяет, как пьяный. Грань эту человек сам не может узнать, только Бог может указать. Мы видим, что миллионы людей обмануты сегодня, умирают в страхе. Я не знаю, то есть он не знает, но и надежды нету. Вот это загнуло вправо, а то влево. А посредине тогда умер за меня, спасение есть. Даровал каждому, верующий имеет жизнь вечную, но может потерять. И поэтому ходи и бойся. Нигде, никогда, и чтоб тебя не заносило. Вот почему, я говорю, чтобы имели общение друг с другом. Иногда враги нападают сильно, а чего? Вот смотришь, ну, со всех сторон. Почему? Иоанн Златоуст говорит так, пираты морские не нападают там, где пустой корабль, они нападают там, где он идет с сокровищами. Блаженны вы, когда будут поносить вас, блаженны, радуйтесь. То есть они нам помогают изыскивать множество способов,
чтобы быть другими, проверять себя тщательно, на мелкое натирают. И поэтому для нас это очень полезно. Уверовал. И кто, говорит, стоит, бойся, чтобы не пасть. До самой смертной черты. Это видел Антоний, Макари, Памба. Вот видит, умер человек. Слава Богу, спас. Он говорит, нет, подожди, душа идет по мытарству. Он стоит и видит. И видит, как открывается дверь райская. Говорит, ну все, он говорит, нет, подожди. Оттуда рука показалась, его берет, душит, и двери закрылись. Он говорит, слава тебе, Господи, спасся, теперь все. Вот уверенность, когда будет. Но об этой уверенности тот, который вошел, он сказать не может. А это обольщенные люди. Все 100%. Вот весь ответ. Грань. Еще вопросы у нас у кого-то? Благодарим за ответ. Идем дальше. Откровение 3 глава 6, 8 стихи. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот, я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Толкование. Филадельфийской церкви, как и к Смирнской, у Христа нет никакого упрека. Смирнская церковь – церковь гонимая, очищенная страданиями. Филадельфийская церковь – своей немощи искренно служащая Богу и им обильно укрепляемая. Ей предстает Христос как святой. Он свят, и нет в нем никакого греха. Он свят, велик и страшен, как Бог. Он единственный святой и безгрешный в роде человечества. О нем церковь неумолчно воспевает на божественной литургии. Един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Он сам сказал о себе: «Я есть истина» Евангелие от Иоанна 14:6. Не только в Боге всякая истина, но Он Сам истина и есть. Христос и истина тождественны. Интересно, это этимологически слово, что интересно, что этимологически слово «истина» сближается с глаголом «есть». Истина, естина. Так что истина, подчеркивает отец Павел Флоренский, согласно русскому о ней разумению, закрепила в себе понятие абсолютной реальности. Истина, сущая, подлинно существующая, в отличие от мнимого, недействительного, бывшего. Павел Флоренский, «Стопы утверждения истины», Москва, 1914 год, страница 15-16. Он истина, и он истинный, а потому всякая истина ведет к Богу. Это ложь нашего века, это наука, истина опровергают Бога. Только ложная наука может противоречить христианству. Полузнание уводит от Бога, знание ведет к Нему, истина ведет к истинному, а истинный – Христос. Но гордость и тщеславие века не познает этого, это познает немощь и смирение филадельфийцев. Желание познать истину. Облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
1 Петра 5.5. Гордость ума уводит от истины. Страх Господень – начало премудрости. Отвергающие Христа ученые века сего, вы проходите все классы и степени познания, но еще и не начинали познавать премудрость. Истина есть сущее, а сущий – Христос. Вы еще не успеваете родить мысль, как уже рождаете опровергающую ее. О подобных вам Писание говорит как о всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. 2 Тимофею 3:7. Так где же премудрость, истина? Далее цитата. В церкви Всевышнего она откроет уста свои, и пред воинством его будет прославлять себя. Я вышла из уст Всевышнего, и подобно облаку покрыла землю. Я поставила скинию на высоте, и престол мой в толпе облачном. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны. В волнах моря и по всей земле, и во всяком народе и племени имела я владение. Между всеми ими искала я успокоение. И в чьем наследии водворится мне? Тогда Создатель всех повелел мне и произведший меня предвечное рождение Логоса от Отца, указал мне покойное жилище и сказал: «Поселись в Иакове и прими наследие в Израиле». Книга Сирахова, 24, 2 по 9 стихи. Так, истина, Христос поселяется не в народах, не в мирских академиях, а в Израиле, в церкви, является смиренным и немощным филадельфийцем. Имея в себе Христа, церковь становится столпом и утверждением истины. 1 Тимофея 3.15. Здесь премудрость построила себе дом и вытесала себе 7 столбов его, 7 таинств церкви. Книга Притчи 9.1. Ключом Давидовым означена царская власть Христа, ибо ключ есть символ власти. С Давида началось благословенное Богом ветхозаветное царство. Его помазал на царство пророк Самуил. И вот ключ его царства переходит из рода в род до царя Сидекии, недостойного и преступного вождя Израиля. За многие грехи низлагает с него Бог диадему и венец и говорит, что больше никому не даст его, доколе не придет большой буквы тот, кому принадлежит он. Книга Иезекииля, 21 глава, 24-27. Законодатель не отходит от чресел Иуды и после Сидекии. Книга Бытия 49.10. Но Богом венчанного царства нет. И вот рождается сын Давидов Христос. И ему дается ключ этого царства. Он, сын человеческий, имеет теперь ключ Давидов, ключ царства, им основанного. Он царь и управляет теперь миром, он и божественный ключник, отворяющий и затворяющий всякую дверь в этом мире. В некоторых древних списках апокалипсиса вместо слова «Давидов» стоит «Адов». Этим означается власть Христа над адом и смертью. 1 глава 18 стих. Он имеет ключи ада и смерти. Он тот, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Матфея 10:28. У него же ключи Царства Небесного, ключи неба и земли, о которых он говорит апостолу Петру. Матфея 16:19. И вверяет их ему и его сопастырям. 1 Петра 1. 1 глава.
Читая об этом капитальный труд профессора отца Павла Флоренского «Столб утверждения истины». С другой стороны, через ключ открывается сокровенное и таинственное. Давиду был дан ключ Духа Святого, который отомкнул его уста, и стал он сладкозвучным псалмопевцем церкви. Дух, которым помазан был Давид, открывал ему глубины тайн Божьих, вещал через него о Христе. И вот пришел Христос, как человек помазанный, всею полнотой Духа Святого, которому предан ключ Давида. Этот ключ он имеет в полноте, ибо помазан более соучастников своих. Псалом 4:8. А как Сын Божий, он единосущен Духу Святому и имеет его как единосущный. Посылает его в мир, Евангелие от Иоанна 16:17, как приготовивший ему путь, ибо омыл мир своею кровью. Ключи в руках Христа, все в его руках. Это часто проявляется в жизни. Там, где Христос отмыкает двери евангельской проповеди, двери храмов для богослужений, там никакое буйство врагов не может их затворить. Но где Христос затворяет, там даже все усилия и страдания христиан не могут отворить двери. На все воля Божия и ключ в руках Христа. Так будет и на страшном суде. Никто не попадет ни в небо, ни на небо, ни в ад, если дверь туда не откроет Христос. Когда Христос затворит двери неба, то напрасно будут стучать в них неразумные девы. Евангелие от Матфея, 25 глава, 10-12 стихи. Как утешительно было для любящих Христа, но не имевших много силы филадельфийцев, видеть, что ключ Давидов в его руках. И Господь говорит им: «Знаю дела твои, вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее, ты немного имеешь силы». Это христиане, не отличавшиеся особыми великими дарованиями. Они немного имели силы, но Христос, как некогда Павлу, как бы говорит им: «Сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12:9. В немощах человеческих проявляется сила Божия. Ты сам, человек, ничего не можешь, ибо мало имеешь силы, но я отворяю пред тобой дверь, и кто тогда затворит? Тогда и увидят люди, что с тобой Бог, ибо иначе стали бы приписывать это твоей силе и твоей мудрости. Да и сам человек начинает иногда себе приписывать то, что по милости Господней получил от него. Потому и говорит Христос: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Довольно вам того, что имеете. И при ваших успехах, филадельфийцы, не думайте, что заслуга ваша. Вы немного имеете силы, и двери перед вами открыл я, Христос. Почему Христос столь милостиво относился к филадельфийским христианам? Потому что они, несмотря на свою малую силу, имеют свидетельство от Христа: «Сохранил слово мое и не отрекся имени моего». Этого Христос ждет от детей своих. Часто говорят: «А мы немощные, нет у нас дарований, грамоты». Не особых дарований ждет от нас Христос, а соблюдения и сохранения слов своих и верности. Будем верны Христу, и нам, немощным, он широко распахнет двери своей благодати. Аминь. Пожалуйста, вопросы.
Ну вот у меня вопрос. В каком же случае Бог затворяет эти двери? Написано, что Бог не желает смерти грешников. А здесь нам толкуется о том, что Господь может затворить, и уже как бы мы, христиане, не страдали, не молились, не старались, все закрыто. Человек не принимает. И в то же время написано, что Бог есть любовь, Он никого так, всех прощает, всех любит. Вроде как бы такая несостыковочка. Кто желает ответить, пожалуйста? С одной стороны, здесь говорится, что Бог закрывает, с другой стороны, говорится, что Бог не желает смерти грешника. Раз Он не желает смерти грешника, вопрос, зачем Ему тогда закрывать двери рая? Ну, если грешник не стремится туда, не хочет, не открывает двери сердца своего, не впускает Господа, ну и Господь, естественно, не откроет дверь. Она закрыта у него тоже будет. Но грешник может и хочет, а вот написано, Господь закрывает. Или тем, кому хочет, он не закрывает, а закрывает только тем, кто хочет. Кто не верит, тому, конечно, будет закрыто. А если человек верует, будет открыто. По вере вашей будет. Конечно. Человек, он же впереди-то говорил, что человек слаб. И в том, и в другом смысле. И все ему сделать никак. Ну и что теперь? Вот Господь говорит, человеку невозможно, а Богу все возможно. Будем надеяться так, я лично так надеюсь. Хорошо. То есть Господь закрывает двери рая в том случае, когда человек окончательно потерял веру и бесповоротно потерпел кораблекрушение в вере. Все, потонул. Он больше никогда не уверует, получается. Как бы мы, христиане, его не убеждали, не проповедовали ему, не увещевали. Все. Он, если был христианином, он потерял какое-то кораблекрушение в вере, либо вообще еще не верил никогда. Подождите, когда-то он верил, раз Господь закрывает, значит, то, что можно закрыть, было когда-то открыто. Открыто всем. Двери рая открыты всем. Но почему при жизни Господь закрывает? При жизни закрывает, если человек потерпел кораблекрушение в вере и плавает, барахтается в этом море, и никто. И он хладнокровно относится к этому. Барахтаюсь, и делов куча, хорошо. Но Господь ждет, когда он поднимется опять. Он говорит, упал, поднимайся. Сколько раз упал, столько раз и поднимайся. Вот и все. Я так думаю. Да это-то понятно, что человек верующий, бывает у него грехопадение по немощи своей, он кается, молится, плачет, опять идет. Пока Господь дает покаяние, вот тут главный вопрос. Пока Господь дает покаяние, человек может покаяться опять. Хорошо, а после чего Господь не дает покаяния? Что такое человек, какой грех должен человек сделать, чтобы у него отнимается покаяние? После сильнейшего ожесточения, когда человек хулит то, что имел раньше, то есть хула на Духа Святого, не простится ни в 7 веке, ни в будущем, так написано. Хорошо, слава Богу, разобрали. Предлагаю идти дальше. Или у кого-то есть недопонимание по этому вопросу. Идем дальше.
Откровение 3.9. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Топить будете? Давай. Толкование. Удивительное видим здесь. Обычно слабый идет на поклон к сильным. И вот Христос говорит, что к слабым и немощным филадельфийцам, имеющим немного силы и не могущим рассчитывать не только на поклонение, но даже на извинения за подчиненные обиды, к ним придут на поклон. Ослепленные своей силой не приходят поклоняться слабым, но приведет их Господь. Я сделаю, говорит он. Сам не придешь, приведет Христос. Сам не сделаешь этого, делает он. Кто же придет на поклон? Придут из сатанинского сборища. Об этих лжеиудеях уже говорилось во 2 главе 9 стихе. Гордо смотрит такой иудей на племена иные, на ересь назарейскую. Нет, не думает синагога поклоняться церкви, и не думает сатанинское сборище масонов поклониться тем, в ком видят только животных с человеческими лицами. Но что не хотят сделать сами, то сделает Христос и делает уже. Ведь приходят же из евреев ко Христу и искренно принимают Его. Так, было такое движение в конце 19 века в Бессарабии, когда евреи приняли Христа. Еще до ныне есть евреи в России, потомки выкрестов, как называли крещеных евреев. И было большое событие, когда евреи попросили христианских патриархов снять с них клятвы, наложенные на них церковью. Это действительно уже поклон пред ногами филадельфийцев. Или подобных им. Особенно же совершится это в последнее время, когда евреи, возведя на престол Антихриста, увидят, что обмануты им, и обратятся все ко Христу, поклонятся Его последователям. Как и апостол Павел о том пишет, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Римлянам 11 глава, 25-26. Тогда придет пророк Илия, чтобы утешить гнев Божий, прежде нежели обратиться он в ярость. В страшном суде обратить сердце отца к сыну и восстановить колено Иакова. Книга Сирахова 48.10. Отец синагога. Иудеи обратятся тогда к сыну, которого породили в церкви христианской. Так, спасен будет остаток Израиля. Но для своего спасения они должны смириться и поклониться перед теми, кого тысячелетиями презирали христианами. Но для своего спасения они должны смириться и поклониться перед теми, кого тысячелетиями презирали перед христианами. Отец должен будет обратить сердце свое к сыну и поклониться пред ногами его и познать, что я возлюбил тебя.
они должны будут познать, что давно уже известно через Пречистую Деву в Вифлееме. Христос входит в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел. Евреям 10 глава. И любовь Божия изливается теперь не на приносящих ветхие жертвы, а на приобщившихся жертвы Христа. Теперь избранница Божия Церковь, она Его возлюбленная. И давно обращен к ней лик Христа. Он возлюбил эту дикую маслину, привитую природной. Возлюбил невесту свою искупленную. О, радость искупленной души, ощущающей на себе любовь Христа. Толкование закончено, можно давать вопрос. Про остаток понятно? Некоторые тоже. Написано, весь Израиль спасется, а в другом месте остаток спасется. Весь или остаток? Видимо, весь остаток, наверное, так, когда вот последние будут времена. И вот все, наверное, уверуют, я так понимаю. Игнат Тихонович, что значит, вот в одном месте говорится, остаток спасется Израиль, а здесь говорится, весь Израиль спасется. То есть последние иудеи все спасутся, которые во времена Антихриста были. Сначала вернемся к тому, о чем говорили тут, о спасении, о том, что из книги жизни. Если знать два места Писания, то получится ответ такой. Но надо помнить другое. 600 тысяч подошли и уже стоят у границы государства, которое будет им принадлежать. Они воюют ни одного раненого, ни одного убитого. Но, однако, вернулись соглядатые, и из 12 только 2 говорят бесстрашно. Эти двое не могли переломить обстановку. И Бог их повернул. Они осматривали землю Израилеву, которая будет им принадлежать 40 дней. И теперь за один день год. Это Бог любовь. Понятия любви Божией у людей совершенно нету. Они плакали, бесполезно, намыкаемся, бесполезно. Они верят, они рыдают, раздирают одежды, голову посыпают пеплом. Бесполезно. Прогони их от меня, я не услышу их. Я звал, и вы не шли, теперь вы взываете, я вас не услышу. Здесь уже все остальные стихи отпадают. И надеяться на них никак нельзя. А я раскаюсь, сколько раз упал, встал. Да, это слова. Но мы видим, как упал, больше не встает. Прогони их от меня, если за них предстанут ходатай, такие, как Даниил, там Иеремия, и тогда я не услышу. Эти слова никогда не читают в церкви. Нет. Я ненавижу вас, и Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Почему эти слова неизвестны людям? Всех Бог любит. Нет. Библия так не говорит. Весь мир пошел на дно. Только припомни, как они ревели, плакали, поднимали руки, стучали ковчег. Бесполезно, дверь закрыта. Он закрыл за Ноем. И поэтому отвечены слова правильно, если они не похулили Духа Святого. Но однако в этом есть что-то, что не поддается разумению. Но я каюсь, я осознал, я неправильно делал. Уходи. И абсолютно, совершенно бесполезно молиться. Прогони их от меня, чтобы они не ходили. Зачем вы топчете дворы дома моего? Как Златоуст говорит, неужели нет, говорит, человек, который взял бы ключи и забросил в море, чтобы храм не открывали? Уходите. А вот, говорят, покаяние. Какое покаяние? Когда? Все в свое время. И это закрыто от человека. Он закрыл. А он просит, но это проявляется у него. Вспышки гнева у него, неверие. Он начинает куролесить что-то там, а потом опять кается, а уже ничего нету, дверь закрыта.
В самом маленьком человек не может показать свою верность Богу. Я уж не раз говорил, зачем бреешься, скоблишься, скоблес? Зачем? Ответа-то никакого нет, а то чешется, она и чешется потому у тебя. У Христа не чесалось, у пророков не чесалось, у апостолов не чесалось, у Златоуста, у всех святых отцов не чесалось. Вот и весь ответ. А я каюсь, каешься, а бритву не выбрасываешь. Какое покаяние-то? Ты это выброси. Сектанты каются, а сами вне церкви. И о церкви вообще нету разговора. А я только уверовал, то есть берут отдельные стихи. Через танковую щель вперед смотрят. Узость взгляда на истину. И здесь нужно рассуждать, именно брать все. А когда можно узнать, что Бог отверг меня? Не знаем. Вот это сокрыто, чтобы человек не отчаивался. Иоанн Златоуст говорит, если бы мы знали сейчас смерти, то некоторые бы не дожили, что-нибудь сделали с собой. А мало того, а раз мне умирать сегодня, поэтому я не боюсь ничего, пойду и теперь убью врагов моих. Поэтому мы не знаем. Будь готов, ибо Господь близко. Не сетуйте друг на друга. Вот судья стоит у дверей. Иакова 5:9. Мы-то говорим, человека того нету, и хорошо, что нету. А он у дверей-то стоит. Вот тут день неприятно, то оглянулись, он рядом. И выход только один – быть верным постоянно, всем умом. Не допускай в ум ни одной порошинки неверия Богу. Всем сердцем, всей крепостью. А я не могу посты соблюдать. А зачем православное имя носишь? Зачем позоришь православную веру? Вы посмотрите, наконец я услышал, что люди, оказывается, считают Антония, митрополита Суржского, Блюма. И он говорит, у нас первохристианского-то ничего нету. Рано или поздно мы должны это задуматься-то. Мы придумали свою веру. Он как будто бы у меня берет с моих книг. Я об этом кричу, трублюсь. Посмотри, какие крики-то, сколько роликов. Сегодня посмотрел, больше сотни, наверное, роликов против меня. А что это означает? Корабль не пустой. И поэтому свора всякая выскакивает, кричит, а как это благо. Господь позволяет молиться за них, да и в первую очередь о них, как Златоуст говорит. В первую очередь. И когда мы это считаем вот здесь, мы должны брать в совокупности все места Писания. Откровение нельзя толковать в отрыве от остальных мест Писания, иначе ты вообще ни во что не веришь. Так тысячелетнее царство. Доказывать ничего не надо. Его нет. Наступило оно, идет, но оно не окончилось. И не будет когда-то, а оно есть. А почему? Сковал на тысячу лет. Надо рассуждать-то именно. Сковал – это начало тысячелетия. Все соглашаются, да. Но теперь рассуждать. Тысячи лет – непонятно. А сковал, говорится неоднократно, когда? И лишил силы, имеющего державу смертью, смертью своею. Евреям 2.14. Ну, заучи, Евреям 2.14. Ну, посчитай, там 16.28 Матфея. Как может расхитить сосуды, если прежде не свяжет? Как он мог из преисподней смертью и смерть попрал? Как вывести мог бы, если бы и прежде не связал? А как связал? Сатана все делает. Он на цепи. Он не может тронуть тебя. Избави нас от лукавого. Надо настолько серьезно отнестись к желанию спасения. Ничего не надо, только бы не погибнуть. И поэтому все остальное никакого значения не имеет. Все временное. Все временное. Абсолютно. Почему в церкви было это, как называют, алармовое состояние? Судья стоит у дверей. У дверей. И уже не надо. И стучит в двери. И кто отворит? А кто не отворит? Не отворит, значит, остался. Вымыло ноги, лежит. Вот это первое. Второй-то какой вопрос? Я уже забыл. Забыл. Я вот, вы, гляжу, не договорили там. Это говорят в полголоса. Второй вопрос такой, что в одном месте написано, что остаток спасется, а в другом, ага, что остаток. Весь спасется. Остаток. Ну вот тут надо теперь смотреть остаток и весь. Так вот, остаток весь и спасется. Что-то непонятно-то. Там больше-то и не было. Ну ты пил, допустим, пришел, у тебя налито в стакане, там третья часть. Третья часть – это остаток. Ты выпил, и все-все. Слово «весь» относится к остатку, и весь Израиль, который обратится к Богу. Остаток. Потому как есть такие, ну, высказывания не очень церковных людей, как Владимир Сергеевич Соловьев, русский идеалист, что он будет, узнает, антихрист и необрезанный.
Я вижу такую картину. Вот представь, отец воспитывает сына, все для него, старается, работает, вторую работу берет, все. И он вырос и пришел домой, связал отца и приносит жертву идолам. Вообразить нельзя, какая скорбь у отца. Он учил его верить в истинного Бога. Вот это с народом израильским. Сколько они делали, сколько банками этими кредитами, ипотеками закабаляли людей. Во всем мире, везде смуты всякие сеяли. Гитлера привели к власти, Ленина привели. Натравили друг на друга, и Рузвельта, и Черчилля. Это все их работа. Масонство. Члены масонской ложи, они не скрывают даже. Гитлер, ложа Фуле была или Туле. Можно так и так сказать где-то. И войны, без них ни одна война не начиналась и не оканчивалась. Это все их работа. И вдруг все это только для одного путем золота привести своего Машиаха. И он теперь против них поднимется. И они узнают тогда, кто он такой. И он на них воздвигнет гонение. Вот какая скорбь-то у иудеев, главное это то, что на них поднимется тот, которого они подготавливали тысячелетия. Тысячелетия. Сегодня уже прямо показывает Цицерон, и то, когда говорил, а вот нация есть такая, они, и старался говорить шепотом. Ты, если хочешь узнать о евреях, не принявших Христа, посчитай даже Мартина Лютера. Это не безбожник. Ты посчитай, которые, ну, люди маленько имеют общение. За кулисами масонства. Эта книга такая была в советское время, распространялась. И вот теперь к этому приложи. А остаток, который побежит, это истинный Израиль. Дети Авраама. А это нет. Это погибшие, они даже в счет не берутся. И вот остаток, который его отвергнет, он спасется. 3,5 года. А это сборище сатанинское, хотя называется иудеи. Вся пресса, судебные органы, все в их руках, во всех странах. И вот это, что ИГИЛ сейчас где-то, это все их руках. Они приводят к этому, и, ну, а мусульманство быстро исчезнет. Очень просто, там похожее. Вот и все. Вот эти стихи надо раскрыть и увидеть. А что делать? Благословляй семя Авраама, никогда не проклинай. Молись за них, чтобы обратились. Так они и так, может... Тебе не надо опять же рассуждать, тебе надо повеление выполнять. Бог сказал и делай. Я молюсь, а он каждый день издает законы другие, царь, не такие, какие надо. От меня это уже не зависит. От меня зависит, молюсь я за него или нет. Мы каждый день молимся о всех правителях, которых знаем, чтобы не было войны, не было покушения на них, чтобы издавали мудрые законы, не препятствовали верить, идти на небо. То-то надо разделить однажды, вычленить. Для меня главное – это молиться и жить достойно имени христианина. Все. Отошел. Благодарим. Откровение 3.10. Откровение 3.10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Толкование. «Открыл Господь дверь фиатирцам, но более еще обещает. И как ты сохранил слово терпения моего, не роптал и, будучи немощен, свято хранил слово Господне». Терпел в искушениях и не переставал ждать Христа. Многие говорят, где же пришествие Христа? Проходит поколение за поколением, а его нет. Филадельфийцы так не мыслили, но хранили слово терпения Христова. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают помедлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, и чтобы все пришли к покаянию.
2 Петра 3.9. Микрофончик, пожалуйста, выключите. Умного, Андрей побежал. То и я сохраню тебя, то есть тех, кто сохранили слово терпения его. И он, Христос, сохранит от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Эта година еще придет. Еще не было при первых христианах. Ее не было при первых христианах. Здесь Господь говорит о великой скорби, которая будет при антихристе. Если раньше все искушения, скорби, голод, эпидемии, войны охватывали только какие-то места, народы, то в последнее время скорбь охватит всю вселенную, примет всемирный характер. Здесь мы видим и особую силу пророчества. Как могли люди первого века при средствах того времени предполагать, например, войну всемирного масштаба? Разве можно мечом и копьем устроить войну на всей земле? Нет. Ныне же мы видим при современных средствах, что многие явления быстро приобретают всемирный характер. Воистину уже дважды при двух мировых войнах находила година искушения на всю землю. Все это предвестники великой скорби антихристовой, надлежащей еще быть. Говорит Господь, я сохраню тебя от годины искушения. Многие сектанты это объясняют так, что Господь не введет истинных христиан в великую скорбь, но восхитит на небо перед воцарением Антихриста. Такое понимание слов Христа является ошибочным, ветхозаветным, видящим в страдании наказание нечестивых, а в избавлении от них и не делание обильными земными благами награду праведности. Наделение, простите. Новозаветное понимание иное. Христиане не ищут избавления от искушений и страданий. Они только молят Бога, чтобы Он их в этих страданиях сохранил. Сохраниться от годины искушения христианин думает не через освобождение от нее, а через сохранение себя в ней в святости и непорочности, через хранение своей верности Христу. Христиане знают, что, далее цитата, пострадают некоторые и из разумных для испытания их очищения и для убеления последнему времени. Книга пророка Даниила 11.3. Они знают, что страдающий плотью перестает грешить. 1 Петра 4.1. Страдание – путь к небу. Церковь войдет в великую скорбь, но будет сохранена в ней от падения. Година означает, что недолго это будет, 3,5 года. Великое гонение и бедствие по всей земле, по всей вселенной, какого не было еще от сотворения мира. Но говорит Христос, не бойся, я сохраню тебя от этой годины. Разрушен будет последний храм, отнято будет Слово Божие. Книга пророка Амоса 8.12. Благодать от среды. 2 Фессалоникийцам 2.7. Но я с тобой, церковь, я сохраню твоих верных. Послана эта скорбь будет еще не для суда, но чтобы испытать живущих на земле. Это будет последнее испытание человечества. Вопросы? Такой, значит, вопрос возникает. Господь, Он сердцеведец, Он знает наперед, что будет, знает, что есть, что было. Если Он все знает, зачем Ему испытывать нас?
Вот такой вот вопрос. Кто желает порассуждать на эту тему? Зачем вот эти вот годины искушения, испытания? Для чего Господь устраивает нам, христиан? Можно сказать, Феодорит Кирский, когда описывает искушение Авраама, когда он Исаака должен был принести в жертву, он тоже задается этим вопросом. Говорит, что это для того, чтобы, во-первых, сам Авраам убедился в том, насколько он верен Господу, а во-вторых, чтобы мы, читающие как бы это и видящие со стороны, убедились, что Авраам действительно так возлюбил Господа. Благодарим. Как и заповеди, так и это все это для нас. Конечно. Чтобы довести нас до совершенства. Да. Чтобы, взирая на тех, кто прошел испытание и остался верен, самим утешиться этими, и видя, которые пали, отреклись от Христа, тоже видя эти примеры перед своими глазами, тем самым это нас удерживает от того, чтобы не стать, как Иуда, предателем. Вот, тогда вопрос у меня лично. Что Ветхий Завет? То есть сказано, что Ветхий Завет не мог довести до совершенства, сделать нас такими, только что я сказал, совершенными. Вот в чем дело-то еще заключается. И ветхозаветнее это все вот это. И таскаем, и таскаем, и таскаем, и примеряем на себя. Вот и все. Ну а что конкретно ветхозаветнее? О чем речь? О чем? Страх. Из тех книг ветхозаветных, в которых Господь посылал пророков, и им говорил израильскому народу, тому, который был под заветом. Вот. И страх-то там их, он страхом думал нагнать на них это все сделать, а они все равно ничего не сделали. Они все равно не вышли, не достигли такого совершенства. Так вот нам Ветхий Завет, чтобы мы не были похотливы на злое, как те, это правильно. Но жить-то мы должны в Новом Завете, мы по-новому должны жить все. Вот и все. И не законами руководствоваться, а теми заповедями, которые дал Господь нам. Я из этого смотрю так вот. И не говорю, что вот да я... Михаил Федорович, я вас немножко прерву. Что значит «ты не законами руководствовался»? Господь говорил, все, что говорят вам, делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят, ветхозаветные книжники, но не делают. А Христос говорит, не нарушить я пришел закон, но исполнить. Это говорит, не отменяет ветхий, он возвышает его. Ну а теперь заповеди по боку, я теперь новая тварь, побрился и пошел дальше. Это говорится к священникам, что они вам говорят, вот в нашей церкви православной, делайте по делам, их не поступайте. И все. Вот куда. А Ветхий Завет... Прозвучала ваша фраза, что раз Ветхий Завет не приводит к совершенству, то его и... Никто не мог исполнить. Все, и на этом конец. И нечего возвращаться, и взять его, и исполнить Ветхий Завет. Что Ветхий там? Закон этот. Никто не исполнил. А нам зачем это? Теперь нам заповеди ветхозаветные, дети заповеди не нужны. Мы такие-то новые, да? То есть заповедь «не убей» нам теперь не надо. Давай убивать, да? У нас другая заповедь. Нас никто не может исполнить, о чем мы тогда будем служиться. Ветхозаветные заповеди усовершенствованы другими, другими. На Божьей заповеди.
Не пожелай другому зла никакого. Не просто не убей, но и... А вот именно, даже зла не пожелай. Вот и все, в этом и заключается, что заповедь, она устарела, она негодная. Там зуб за зуб, не убей. Убил, добежал до храма, спрятался. Вот что было. Нам это не годится совсем никак. И Ветхий Завет нам просто как где-то водитель ко Христу. И что бы ни говорили мне, я все равно никак этого не могу понять. И слышу, хорошо говорят, и вроде соглашаюсь, и прочее, все, но сердце у меня не то. Ветхий Завет, тогда бы не нужно было Христу приходить. А давайте будем выполнять его со всей любовью. Вот и все. Ну, раз говорится так, что никто не мог выполнить его, ну, за исключением некоторых праведников, потому что совсем. Ну, таких праведников-то у нас сейчас сколько? Раз-два обчелся, да вообще никого нету, ни одного праведника. Если тот праведник, который называет себя праведником... Ну, значит... давайте конкретно. Вот написано... Не порти края бороды своей. Ветхий Завет. Были люди, которые смогли это исполнить. Это Ветхий Завет. Были люди, которые это смогли исполнить. Да это же не проблема. А были что-то... люди, которые это смогли исполнить. Нет, никто не исполнил. Бритв нет было. Я говорю, исполнил. Я работаю шофером. Глина, песок, по полям ездил. Вот это, что в моей бороде будет? Когда у меня не было бороды, я приходил, три раза намыливался, чтобы смыть вот это вот все. А если борода, тогда мне что делать? А сейчас-то зачем скоблитесь? Уже работы нету. По привычке. По привычке. Хочу умыться водой, вот, холодной или горячей, умыть лицо, смыл. Это мерзкая-то это. А когда борода у меня вот так вот, я не могу, глаза, что, как глаза-то мыть-то? Да, я вижу, что по роликам вижу, что там не умывается. Протирает просто святой водой, протер глаза и все. И до свидания, и до субботы. Но я не могу так, ну просто такой человек, наверное. Все. Из-за бороды буду ватить, значит, ну и все. Не могу ее таскать. Сколько раз хотел все. Было же ты сколько там не брился-то? Неделю, две, три. Там месяц, месяц. Михаил! Из-за какой-то бороды в ад! Да вы что? Я не уверен, что за бороду в ад меня туда потащат. У меня других грехов хватает больше, чем бороды. Борода это... С малого начните. Да. А там я каждый день начинаю, каждый день стараюсь. Вы просто не видите, вы видите, что я говорю, и за помощью болтаю не то. Потому что соображать раньше не соображал, а сейчас вообще не соображаю. Да. Вот и все. Ну, болтать, делать надо. Начните, говорят. Простите меня. Бог, простите. Так, еще вопросы, пожалуйста. Час у нас прошел. Можно теперь задавать вопросы не по теме, у кого есть, или какие-то там просьбы. Разрешите мне высказаться, это Николай. Пожалуйста. Хочу два слова сказать по поводу вот этой свалки, которая устроилась в скайпе. Вот. С Сергеем Игнатьевым мы уже связались, и, конечно же, смотря назад, я вижу, что двухмерные плоскости, они не отображают того человека, который есть, и поспешные какие-то вещи, в общем-то, с моей стороны, я признаю, как, в общем-то, поторопился где-то, недооценил. Двухмерное пространство, теперь у нас многомерное пространство, общение, люди. Я еще видео вчера посмотрел. Ну, в общем, хотел бы сказать, что, в общем-то, с моей точки зрения утверждение о фарисействе,
Сергеем, ну, конечно же, они были несправедливы. Ну, вот так. Приносите свои извинения. Ну, в общем-то, да, конечно. И слава Богу. Не в общем-то, а именно их и приношу, да. Аллилуйя. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Никита Колесников на связи у нас. Шарика выгуливал, пишет. Как там Потеряевка, Никита? Стоит? Да, все здорово. Всем добрый вечер. Приветствую все занятия. Рада тебя видеть. Вопрос здесь. У нас уже час прошел, теперь время вопросов и ответов. Если вопросов нет, то давайте. У меня есть маленький вопрос к Игнатию Тихоновичу. Просто задавай. И ко всем, кто может помочь. Постараемся. Все, что я не знаю, что мне делать, в Австралии приходов именно Русской Православной Церкви за рубежом. Та же церковь, которая состоит и община Игнатия Тихоновича, это та же, в общем-то, тоже объединение по тем же епископам в Америке, которые находятся. Но нашим, в частности, приходом, а дальше от меня уже, тут уже нужно часа два ехать, еще один есть. Но я не привык ехать туда-сюда. Ну, в общем, у меня ничего не получается. Нерадение со стороны священника и отсутствие какого-либо интереса, не то что создание общины, а там уже начались такие процессы со стороны диаконов и прочее. То есть я не знаю, что делать. Что делать вообще? Ну, то есть вот тебе то православие, которое в Московском патриархате, которым все мы недовольны, формальное. Ты пришел в магазин, отоварился услугами и разошлись все. И ничего не происходит. Есть подвижки в связи с отдельными людьми, но я ничего без... Если сам поп не делает, то это все разбивается, как волна о скалы. Что-то еще, может быть, кто-то подскажет. Потому что бегать никуда нельзя, баптисты это все забыть, это все ерунда. Совет, что можно сделать, чтобы, кроме изменения самого себя, чем я и занимаюсь, да, конечно, своими делами нужно свидетельствовать. И отчасти, конечно, есть успех, но... Батюшка, вот как бы не получается. И... А вы сейчас в Московском патриархате? Нет. В том, что Игнатий Тихонович, РПЦЗ, с один тот же тип. Да. Зарубежный он. Да. Из баптистов пришел в зарубежный. Я никуда не пришел, я говорю о том, что можно еще сделать в приходе. Кроме того, что я уже и писал, и говорил людям, и даже члены прихода сделали благотворительный фонд, и назвали его, и нет упоминания Христа. То есть название идет «Маленькое облачко» и ни слова о Христе. То есть вот такие вот у нас прихожане. Вот посоветуйте, что еще, что еще можно сделать? Мы разговаривали раньше. Хотите создать общину, да? Что похоже вот на нашу. Нет, я не хочу создать что-либо похожее и копировать кого-либо. А что? Ну вот. Люди приходят. Дело в том, что я за то, чтобы были плоды жизни христианской. Одному тяжело, а я не могу даже второго найти, кроме своих домашних.
Как мы делать будем? Эти начали делать, они делают, они Христа не хотят знать, они сделали маленькое облачко, совершенно свет. Все, Ник, все, повторяйте. Вопрос понятен. Знаете, ну, вкратце, что человеку делать? Переезжай в Потеряевку. Что? Переезжай в Потеряевку. Переезжай в Потеряевку. Значит, я вам так скажу. У нас жизнь меняется в Австралии очень резко. Возможно, изменится у нас, возможно, поменяется законодательство, и содомия будет введена в законное положение, то есть гомосексуальные браки. Любые высказывания против гомосексуальных браков приводят к тюремным заключениям. Штрафы, тюремное заключение и прочее. То есть... В школе, в детских садах плакаты, семьи бывают разные. Вот, мама плюс мама, папа плюс папа. Вот, и мы вот к этому потихонечку скатываемся. То есть законное становится беззаконным. Понятно. Ну, совет слышали, как выбежать? Да, а то, что может быть, надо собрать чемоданчики, да уехать, да и все. Так, вспоминайте жену Лотову. Не оглядывайся, а то... Останавливаться точно нельзя. Или в тюрьму пойдем, или к вам приедем. Посмотрим. Езжайте в Россию. Жить жизни наелись в Америке, в Австралии, еще где. Все прибежите, подождите. Вас там прижучат так, что вы ее как бы... Ну, прижучат, побежим. Я легкий на подъем. Я под поясацией прошел. Это что? Есть еще дети, понимаете. А как без общины? Ребенок пришел, ну, где твоя община? Пришли в церковь, постояли, мощи поцеловали. Ну и что? Это что? Это все? А где люди живут? Где? Все разошлись сегодня. Здрасте, не до свидания. Говорю, ну, спасибо, это какой-то... Ну... Повторяйтесь уже, да. Все, у кого еще есть вопрос? Можно мне вопрос? Да, пожалуйста. Как мне правильно, что я относился к Мартину Лютеру как к еретику? Не понял вопроса еще раз. Я имею в виду... Я отношусь к Мартину Лютеру как к еретику. Правильно ли я это делаю? Потому что мне говорят одни баптисты, что он величайший человек. Я православный, мне как бы он, я считаю его еретиком. Правильно ли это? Или он не еретик? А за что вы его считаете еретиком? Ну, за распал, скорее всего. Разрешите мне ответить на вопрос. Это то, что вы вот возмутило меня, когда я немного там начал шуметь. Человек приходит и говорит, дайте мне готовый ответ. А правильно ли Соловьев говорит, а правильно, то есть вы спрашиваете идола. Понимаете? То есть сами разберитесь, вся информация есть. Почему он еретик или не. А может быть не еретик, а может быть мы вам наврем. Информация есть, вот сядьте разберитесь, и та информация, которую вы сами изучите и дойдете, и только потом перепроверите, возможно, и все. И вот это будет ваша собственность, а то, что вы сейчас получите готовый ответ, легко получил и легко предал. И легко не это простой вопрос, Лютер еретик или нет, понимаете? Вот. Вот немножечко вот это усилие в отошел. Ну, в интернете много разного есть ереси. Можно и такого начитаться про него. И правду можно и не найти про него. Ну, самому бывает сложно разобраться. Воспитывайте Христов ум. Для этого есть Писание, святые отцы. И тогда ложь не просочится. И исполнение. Без исполнения интеллектуальный карточный домик рухнет. Лучше не бросаться такими словами, как еретик, или еще хуже, бес в нем. Друг с другом разговаривает и говорит, бес в тебе. Вот что. Это да.
Но для меня-то это такое. Если в человеке бес, то что теперь молчать? Да в каждом есть человек и бес чуть-чуть иногда. И во мне есть тоже, и у всех есть. Приходят, уходят, гоняем палками каждый день. Так еретикон или нет? От вас и брата. Что, нажать что ли? Смотри, рамка выскочила. Что делать? Прекращена работа программы Skype. Что делать? Не знаю. Если я закрою, тогда вообще ее не будет. Закрыть? Ну, видимо, перезапустить надо. А как теперь это перезапустить? Ну как? Ничего это не сделать. Что делать-то? Нажать эту или эту? Ну нажмите что. На какую? Ну вот на эту закрыть. А на эту? Ну. Наверху. Да, она не повлияет ничего. Еще. Ты возьми ее в руки. Туда зайди. Поднимай. Я уже до конца ее ставить не буду. Сергею сейчас напишу. Где он? Ну здесь и пишите. Вот здесь и пишите. Сюда зови? Ну конечно. Сергей печатает. Вопросы насобираю. Ничего нету. Не будет видно. Все на этом закрываю. Все. Нету. Я думаю, на этом конец. Отключается.